Хорошо пошли. Красиво. Так, все, идем лучше погуляем. Слишком много времени потратили. Нашла стену, где можно пофоткаться. Мне нравится. Классно вообще здесь. Атмосферненько, я бы сказала. Ну что я вам хочу сказать? Ну, в принципе. Так, всем привет, 29 апреля, и сегодня у нас шикарная новость. Сегодня у нас отключили отопление. И завтра 30-го, я так понимаю, что отключат у остальных людей. До сих пор удивляюсь, как в Lidl иногда на скоростях обслуживают. Друзья, всем привет, мы сегодня с вами со станции Майри отправляемся в Ригу. 30 апреля. Вот она, центр Юрмалы. Купили, значит, билетик. И вот она, река Лелопе. Сейчас у нас раннее-раннее утро. Еду сегодня одна. Видели, как меня встретил сегодня оператор? Интересно, куда это видео пойдет? Так, чувствую, ливанет. Приехала, а тут сразу рижская суета меня встретила. О, сразу, смотрите, прогноз погоды, то, что 15 градусов и будет дождь. Поэтому идем прятаться, друзья. Тут, как всегда, живая музыка. Так, а теперь нам с вами надо срочно прятаться от дождя. Видите, несмотря на погоду, люди, смотрите, катаются на таких вот лодочках. Там все под крышей, так что в безопасности. Также, смотрите, выставили катамараны. Дальше, да? Прикольно. Заметила то, что Рига, смотрите, позеленела, так же, как и наша Юрмала. Все в зелени, все в таких ароматах. Прям шикарно. Напротив оперы, смотрите, включили уже фонтаны. Смотрите, поле все в одуванчиках. Шикарно. У нас сегодня с вами было здесь одно маленькое дельце. Дельце мы сделали. Сейчас мы идем с вами в Киломакс. Сегодня должна быть распродажная цена. Последний день месяца, 30 апреля. Так. Смотрю, сегодня очень много моциков, ведь уже открылся сезон. А мы идем дальше. Так, можно видеть, какой дождь начался, но у нас он не испугает. Мы приехали, у нас есть цель. Так что смотрю дальше. На баяне играет мужчина. Очень красиво, но, извините, мы это услышать не сможем, потому что авторские права и так далее. Тут, смотрите, тусовка и вороны,
и тебе утки, и голуби, и чайки. Все собрались. Здесь идешь, и запах такой, аромат только что постриженной травки. То есть только что покосили. Прям пахнет зеленью. Вот это вот я боюсь, потому что здесь у нас прячутся наши крысы. В принципе, шикарная погода, чтобы погулять. Почему бы и нет? Под дождем. Это летний дождь. Та-та-та-ра-та-та. Тут у меня на фоне что-то происходит серьезное. Смена поста. Смена караула. Хорошо пошли, красиво. Сейчас иду и наблюдаю такую красоту. У нас тут тюльпанное поле, тюльпанные плантации. Смотрите, какая красивая клумба. Все в тюльпанчиках. Красота. Блин, дождь, конечно, все испортил. Смотрите. Прям напротив статуи свободы. Так, я смотрю, что они уже уходят. Так, впереди туристический двухэтажный автобус. Да, на автобусе, видимо, правильное было решение проехаться. Немножко с вами погуляем по Риге. Это, наверное, будет у нас первое видео. Долго получается. Я здесь давно не была. Смотрю, все просто зеленое. Тюльпаны, фонтаны. Шикарно. Сейчас подойдем еще с этой стороны, посмотрим, что там за фонтанчик. Вот, с двух сторон, видите, с двух сторон клумбы такие шикарные. Значит, идешь и наслаждаешься ароматами зелени. Там на территории, смотрите, тоже все в тюльпанчиках, красиво, уточки плавают. Шикарно. И там вот, смотрите, побольше фонтан. Тут тоже речной кораблик, который вот по маршруту ездит по каналчикам. Вот что значит, я давно не была. Кораблики уже плавают или ходят. Фонтанчики включены. Вообще, даже не пугает такая погода. Надеюсь, вас тоже не испугает. Все, смотрите, фотографируют, останавливаются вот эти вот тюльпанчики. Значит, люди уже сидят, готовы плыть. Ну, на бастионку еще не будем подниматься. Мы так посмотрели, все уже шикарно. Классно так приехать, погулять. Вот сегодня я не поверила прогнозу. Сегодня я думала, что ну какой там дождь, такая погода два дня подряд.
Ну, хорошо, что не холодно. Вот это вообще супер. Так, смотрю, экскурсии. Экскурсии идут. Видимо, в какой-нибудь музей. Сегодня очень много, как в Майре видела, много китайцев или корейцев, не знаю. Ну, в общем, очень много вот азиатов. Так, а теперь мы с вами идем греться в Киломакс. Идем такие мокрые. Ну что делать? Так, вот, начало 12-го. Тучки такие хорошенькие. Вот видите, они останавливаются возле таких самых интересных мест. Вот сейчас остановились, фотографируют статую свободы. Так, мы пришли с вами в Киломакс, старую Ригу. 14 евро за килограмм сегодня. Короче, не знаю, друзья, или это от того, что у нас уже все есть, мы столько всего напокупали, или из-за того, что я ничего не вижу интересного. Вот листаю, ничего не вижу. Честно говоря, я сначала даже немножко подрастроилась, то, что вещи уже самые интересные разобраны, но потом я нашла чудесную куртку. Сейчас покажу, примерю. Так, нашла вот такую блузочку из того, что было. То, что в глаза бросилось, это вот такая блузочка. Нашла еще джинсы и курточку. Это сейчас на мне мои. Они мне очень большие. Поэтому ищу замену срочно. Сначала я нашла куртку, потом решила, что с курткой надо будет что-то примерить. Вот нашла такую блузочку. Я считаю, что они вместе даже неплохо смотрятся. Очень много людей. Сегодня быстренько с вами пройдемся. Нет, эти джинсы теплые и плотные, точно нет. Снимаем. Не нравится. Ну, что я вам хочу сказать? Ну, в принципе. Куртка мне очень понравилась, но не понравилось то, что было настолько много народу, что я прям чувствовала, что мне кто-то дышит в кабинку. Ну, ты скоро, Вер, выходи, давай. Вот эта вещь меня привлекла. Классная штука. Блин, я хочу ее купить. Не знаю, что со мной. Но она мне нравится. Don't wanna overthink it, baby.
думаю, что со мной происходит. Нравится мне эта куртка. Вот реально, это все мои находки на сегодня. Это что вообще происходит? Самая главная, самая топовая, трендовая куртка. Буду брать. Рубашка тоже, кстати, симпатичная. И вот эта куртка, вот фирма. Значит, стоила 35 евро. Это полиэстер и эластан. Вот такая. Кстати, в моем шкафу еще нет вещей с бахромой, поэтому это моя первая такая покупочка. Я считаю, что очень удачная замшевая такая курточка с бахромищей, я бы сказала. Так, блузка тоже полиэстер, примак. Народа сегодня было как никогда много, поэтому кабинку надолго я не занимала. За мной уже там очередь стоит, поэтому мы сейчас быстренько смотрим и выходим. 10 евро 61 цент курточка. Так, идем к кассе. Значит, покупаю я сегодня блузку, куртку, также сыну две маечки и свитерочек. Вот так. Ну, по дороге на кассу мы, как всегда, зашли еще посмотреть, что тут у нас имеется. Какие платьишки, все яркое, но все это маленькие размеры, не для меня. Так, вот посмотрели просто ассортимент, что тут еще осталось. Нашла вот такое вот интересное платьице. Не поняла, как его и с чем носить. Пошла. Вот это тоже прикольное, с поясочком, как раз под кожаную курточку. С разрезиками по бокам. Опа. Тоже красивая, на девушку с фигурой шикарной. Смотрите, тут только вырез. Здесь тоже все красиво. Жемчуг розовый. Красиво, конечно. Пока я рассматривала вот этот чудесный красный наряд, ко мне подошла моя зрительница, мы мило пообщались. Вот, так что привет-привет. Значит, на выход я вот пошла вот так, нашла еще такую черную шляпу, решила примерить. Я считаю, что она очень даже подходит, и... но что-то в ней был какой-то дефект, поэтому я ее не взяла. А так, ничего, такая симпатичная. В мужском тоже как-то не густо. Последний день, конечно. Детский отдел тоже, смотрите, уже весь разобран. Это уже все, что осталось. Но меня заинтересовал один свитерочек яркий. Видите, какая кофточка интересная. Кнопочка. Не, сегодня что-то как-то вообще ничего не идет. Ничего не нравится. Уходим. Так, все, идем лучше погуляем. Слишком много времени потратили. И ничего не купили. А тут, смотрите... распогодилось, пока я тут в магазине торчала. Солнышко выглянуло. Пойдем с вами немножко пройдемся. Сегодня не наш с вами день. Куртку эту купила на дело. Именно на дело пойдет. Она такая прикольная. Из того, что было. Самое интересное. Еще что я заметила, то что даже в Киломаксе были туристы. Представляете, заходят группами. Что-то там смотрят. Вот так вот. Так что очень удобное местечко, очень выгодное, я думаю. Сейчас все здесь разберут. И так люди охапками берут. Так, тут тоже, видите, группы идут. Прикольно, она говорит, что если в эту сторону пойдете, то на рынок придете. Вот, если сюда пойдете, то в Макдональдс зайдете. Если пристроюсь, я, наверное, тоже в группу, пойду погуляю. Так, все дружно пошли сначала в Киломакс всей компании. И потом, наверное, на базар. Так, очень интересует людей вот именно лавочки с янтарем. Thank you.
Смотри, какие у нас модные, видите? Джинсовые комбезы модные сейчас опять. Так, зашла сейчас в Нью-Йоркер, который находится здесь же, в Старой Риге. Смотрю, что сейчас вообще модно, что носит молодежь. Ну-ка, ну-ка. Смотрите, шортики с блесточками. Шортики. Не, юбочка вязаная. Сколько стоит? Сейчас на распродаже 6,99. Шортики голубенькие. 3 еврика. Рубашечки. Платьица. Все очень модно. Вот по 19 шортики модные с пуговичками. Что из этого всего я бы примерила. Посмотрим еще. Так, шорты всякие разные. Шорты джинсовые. 16,99 от... Так, много-много купальников. Шикарный состав, лен и вискоза. Я заблудилась. Вязаная тема тоже прикольная. Ну-ка. Тяжелые такие, плотные. Нашла стену, где можно пофоткаться. Мне нравится. Тут для тех, кто любит, видите, однотонное. Практически все, видите, такое беленькое, черненькое, однотонное. Топики. Маечки. Нулевой этаж, спортивный. Ну-ка, спросим, что тут. Спортивный. Так, 13 евро такая шляпа. Ой, это мне как раз к новой куртке. Только другого цвета надо. Да, тут, конечно, товар ого-го. Вот много распродажного. Выходим. Так, хочу сказать, что сейчас очень модно вот вязаное все. У них очень много вязаных вещей. Много туристов приезжают со своими домашними любимцами. Так, тут пишут, что это падение неудобного человека. Гуляли с вами по Нью-Йоркеру немножечко, и я заметила то, что там все-таки можно найти даже вещи с хорошим качеством. Видели, да? Очень много вещей, прям голова закружилась, очень много людей. Очень много. Вот, наверное, из-за погоды сегодня все в магазинах.
Так, вроде дождик заканчивается. Я только что пересдала в Дрогосе. Немножко понюхала всего чего. Так, в Думу смотрю очередь. Так, ну что, здесь все как обычно. Я думала, здесь будет все сейчас украшено к празднику. А нет, что-то как-то пока еще не готово. Или не будут, не знаю. Дом черноголовых. Только что прошел дождик. Сейчас вообще такой кайф. Так классно. Лидо, смотрю, все забито. Люди прятались от дождя. Устанавливаю сцену, будет живая музыка. Чувствую, будет весело вечером. Так, тут, значит, вокруг, кругом один янтарь. Зайдем в магазинчик антиквариата.